Аягузских погорельцев в Восточном Казахстане обеспечат жильем. Для этих целей местные власти строят дом на 10 квартир. Напомню, в начале февраля там сгорела старая двухэтажка, почти полсотни человек лишились крова. Буквально сразу после пожара районные власти, местные жители и предприниматели создали общественный фонд «Аягоз Болашак». Туда перечисляли деньги, и вот недавно на месте сгоревшего здания началась стройка. Новый дом планируют обеспечить центральным тепловодоснабжением. Бывшее ветхое строение жильцы отапливали с помощью печей. Раньше это был старый и обветшавший дом. После пожара люди стали собирать деньги. Вот за 10 дней уже видны старания строителей. Примерно через месяц дом построят. Сбор денег еще идет. На сегодняшний день уже собралось 16 миллионов тенге. На 12 миллионов уже закупили стройматериалы. Построили железную крышу. Посильную помощь оказывают строители.